Я, ну вот мы и приехали. Это мой дом. Слушай, Миш, здесь так красиво, мебель Спасибо. Просто роскошная. Спасибо. Слушай, Миш, у тебя такие замечательные зеркала. Это не просто зеркало, Ян. Это зеркало оформлено в классическом стиле. Зачем тебе так много обеденных столов? Да, все понятно. Я сторонник раздельного питания. Слушай, Миш, зачем тебе такой огромный, роскошный диван? Ну, у меня много родственников. Когда они приезжают в гости, всех их нужно где-нибудь разместить. Миш, у тебя так много кроватей, они все такие разные. Ты знаешь, я сторонник того, что каждый день у человека должен быть особенный сон. Такой классный диван, Миш, я бы себе тоже такой хотела. Ян, ты можешь себе такой диван приобрести, тем более со скидкой в 20%. Миш, ну конечно же, с самого начала я поняла, что это мебельный магазин. Ну, спасибо тебе огромное за эту приятную экскурсию. Мне также хотелось бы пригласить вместе с Яной на такую же экскурсию горожан Николаевцев. Приходите, и вы останетесь довольны. Если вам нужно будет купить мебель, вы теперь знаете, где ее приобрести.